Детские лагеря готовы принять детей, однако начнется ли оздоровительная кампания этим летом – еще вопрос. Специалисты Роспотребнадзора и руководители профильных ведомств провели выездное совещание на базе лагерей «Волна» и «Росинка». Новая спортивная площадка в Росинке детей еще не видела. И вероятность того, что здесь все-таки будет летать мяч и зазвенит детский смех, пока мала. Оздоровительную кампанию в лагерях республики планировали открыть еще 1 июля. Но решение отложили из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Мы находимся сейчас на первом этапе снятия ограничений. Открытие летних оздоровительных учреждений, всех оздоровительных учреждений предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений. Пока республика медленно двигается ко второму этапу. У нас еще только первый этап. Поэтому в настоящее время не рекомендовано открытие летних оздоровительных учреждений. Однако в лагерях к открытию все же подготовились, выполнив все необходимые санитарно-гигиенические требования. Четырехместная комната переделана в двухместные, кровати вынесены. То же самое. Подготовлена очень интересная программа «Педагогическая истина жизни». Педагогический наш отряд готов, рвется в бой встретиться с детьми, но, в основном одни «но». Среди главных «но» даже 50-процентная загрузка и отдельная программа для каждого отряда не гарантирует отсутствие вспышки заболевания среди детей, потому что ребят не тестируют на коронавирус, а инкубационный период может длиться до месяца. С чем они заедут к нам, мы тоже не знаем. Они могут не болеть, но быть переносчиками. Конечно, никто не дает гарантию. Ни социальная дистанция, а это лагерь, это очень сложно сделать. Ни кровати, которые мы расставили, да, там по санпину, никто не дает гарантии. Родители тоже поделились на две части. Одни возвращают уже купленные путевки или переносят их на следующий год. Другие готовы отправить детей. Народ ждет, люди, конечно, готовы. Мы прекрасно понимаем позицию, как сложно родителям, которые наблюдают своих детей дома. Но сегодня, посетив непосредственно два лагеря, мы понимаем, что не можем этого сделать. И мы будем рекомендовать главе для принятия решения все-таки не открывать наши летние лагеря в течение этого сезона. Решающее слово «открывать или нет летний оздоровительный сезон 2020 в Чувашии» будет сказано на заседании оперативного штаба уже в эту пятницу. Ирина Волкова, Елена Дмитриева, Семен Антонов. Республика.